Летний сезон не за горами, и скоро в оздоровительных лагерях должна закипеть жизнь. А пока проверяющая компания, состав которой традиционно входит представители надзорных органов, силовых структур, депутатского корпуса, образования и здравоохранения, проверяет корпуса, медицинские кабинеты и столовые, насколько они отвечают санитарным нормам и пожарной безопасности. Готовясь к летней оздоровительной кампании, территории 7 объектов оздоровления и отдыха детей благоустроили. Строили, отремонтировали кровлю, устранили последствия урагана прошлого года. Лагеря улучшаются, лагеря становятся современными, интересными и по оснащению, и по внешнему виду. У нас все-таки сеть лагерей, это 7 муниципальных лагерей, поэтому во всех лагерях что-то происходит, что-то делается, где-то делается капитальный ремонт. В этом году большой акцент уделен на замену окон, поэтому практически во всех лагерях, во всех корпусах у нас установлены уже пластиковые окна, что позволяет сохранить тепло и осуществлять режим проветривания. Для создания комфортных условий за последние 2 года в лагерях капитально обновили несколько корпусов, отремонтировали душевые комнаты, установили современные санитарные блоки и приобрели реабилитационное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в этом году модернизировали систему видеонаблюдения и дополнительно установили 35 видеокамер. У нас на организацию проведения было выделено порядка 200 миллионов рублей, 150 миллионов – это средства краевого бюджета и 50 миллионов – это средства городского бюджета. И на подготовку проведения ремонтных работ, пополнение материально-технической базы было выделено дополнительно 26 миллионов рублей, на которые были закуплены и дополнительные необходимые материалы, оборудование, спальные принадлежности. По итогу проверки лагеря Дружных и Сосничок допустили к работе. Отметим, приемка загородных оздоровительных учреждений продлится до 13 июня. За лето в них должно отдохнуть порядка 4000 детей. Первые заезды начнутся уже 9 июня. Дмитрий Дроздов. День с толком.